Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг. Совсем недавно сшит, ни свадьба, ни фуршет. И почему темно? Я слышу голоса, но очень далеко. Слишком долго ждать, чтобы я дошел до такого состояния. Ну, у нас время есть впереди. А еще не знаю, что будет со мной дальше. Вот то именно. У меня расфокусировка. Понимаешь, это, если он умрет, это одно, если мы оба умрем. Я думаю, это в газетах напишут «Трагический конец группы Тупротиконс». И все-таки они пидорасы, скажут. Почему, не знаю. Ну, они просто им дай что. Я о чем говорю? А, у меня нос как у собачки. Нет, ты говоришь... Ты говоришь, что мы умрем. Гад. От чего? Если мы оба будем одновременно принимать наркотики... А, да. Особенно учитывая, что я никогда... Особенно не... тебя отсюда будет трудно вынести. Ты же будешь стукаться об дверь постоянно. Обязательно. Если я тебя так вот понесу. Ты умрешь, ты меня не понесешь, придурок. Я тоже не хочу. Уперся в дверь рукой, нажал, но не открыл. Я слышу голоса слабее и слабей, а мне все веселей. Я тоже подпою. Пам-пам-парам, он хороший человек. Пам-пам-парам, был хороший человек. Знаешь, как я придумал конец? Вот мы фильм смонтируем, знаешь, какой конец будет? Я думал, не будет ему конца вообще уже. Ты разворачиваешь камеру, а там никого нет.